чем суть саморазвития? Первое – понять, что именно вы в себе развиваете. Развивать в себе можно самые разные вещи. Физическую форму, здоровый образ жизни и так далее. Но самое, я вам предлагаю, хорошая штука. Значит, есть теория множественного интеллекта. Значит, теория множественного интеллекта предполагает, что разные области нашего мозга, и она в этом не ошибается, отвечают за разные задачи. Там часть мозга может отвечать за создание музыки. Ну, не создание, у нас вся музыка создается внутри головы. Вот. Но умение понимать музыку, например. Значит, это музыкальный интеллект. Есть умение понимать чувства другого человека, понимать собственные чувства. Это эмоциональный интеллект. Есть умение строить отношения с людьми, понимать их внутренний мир, их мотивы, их потребности. Это социальный интеллект. Есть интеллект кинестетический, понимаете? Просто вот когда люди делают красивые движения на танцполе или на коньках, вот на льду, у них тоже отдельная часть мозга, там, отвечающая за, как бы сказать, вот эту сложную чувствительность кинестетическую, делает его интеллектуальным в этом отношении. Поэтому этих интеллектов много. Вот, поэтому развивайте какой-то конкретный интеллект. И тогда точно саморазвитие вам светит. А пока не поняли, будете развивать не пойми что. А если развивать не пойми что, будет не пойми что в квадрате.